Торты, свечки в прошлом. Французский экстремал отметил свой день рождения, спрыгнув со скалы, в чем мама родила. Ça va, tranquille? Ouais. Bon anniversaire. Скайдайвер из Гренобля Маэль Баге решил, что 27 лет – хороший возраст продемонстрировать жителям Альп красоту своего тела. Ему помог друг, он снимал процесс и столкнул именинника с горы. Маэль давно прыгает с парашютом, но впервые в таком виде. Говорит, ощущение отличное, обещает повторить трюк, но уже зимой, чтобы голым приземлиться прямо в снег.